Приехавшие в Вентспилс художники писали картины с живой природы. В этом году в пленэре приняли участие такие имена, как Айя Зарине, Язеп Пигузнес, Дита Лусе, Андрис Витлс, Марита Клуши, Сарми Тициана, Лайндота Юнкера. Второй год для художественной мастерской отводит помещение на 5-м этаже торгового дома Андрия Намс. Здесь открывается прекрасная панорама города, а просторные помещения позволяют писать картины крупного формата. Пленэр «Ранний реализм 2» проводится в Вентспилсе второй год. По мнению художников, для его организации выбрано самое подходящее время, потому что нигде в Латвии так рано пленэр не проходит. Во время Дней искусств художники не только творят. Например, Патриция Брехта в Доме творчества демонстрировала свой фильм, снятый с режиссером Айей Блей. В свою очередь, Айя Зарине провела одно занятие для воспитанников художественной студии Дома творчества. Завершился пленэр 30 апреля. В этот день все созданные Вентспилсе работы были представлены во дворе Вентспилсского замка. Зима была очень длинная, очень снежная. В Вентспилсе ощущается радость. Настроение жизнерадостное, все очень светлое, красочное, чувствуется весна. Мы очень довольны и помещениями, и отношением, городом, тем, как провели свободное время, довольны отношениями между нами. На рынке искусств можно было пообщаться с художниками, купить или обменять картины, выбрать подарки. Посмотрю, приценюсь и тогда поменяюсь. А на что менять будете? На картины. Можно менять на машины, на квартиры, можем на что-нибудь другое договориться. Вход на рынок искусств в этот день был бесплатным. Татьяна Саксаганская, Гунда Порнец, Инс Шодзинч, Курзумское телевидение.